Всем привет! Давайте продолжим нашу звезду делать в ZBrush. Откроем наш проект. Вот такая звезда у нас получилась. Бляха. Давайте расскажу, как сделать лучи. Вот наши саптулы. Не так их много. Потом можно здесь добавить еще как текстуру старости, там немного где-то побитость. Заднюю часть я не стал делать петли, потому что на ремне это не будет видно, это не принципиально. Это вот для модели солдата или просто какого-нибудь человека на ремне будет хорошо смотреться. Давайте откроем теперь, вот это мы дело все удалим. Теперь давайте откроем на куб, откроем так куб и зайдем опять же в инициализер, мы уже это рассматривали, и давайте теперь посмотрим, что можно сделать из куба, чтобы пригодилось нам для звезды. Откроем. Давайте уменьшим вот так его. Ну, в принципе, вот достаточно. Развернем и уменьшим вот так. Вот это будет наш луч. Для быстрого изготовления пойдет. Если делать полностью копию бляхи, то здесь надо расширить, подогнать. Ну, для меня это сейчас не принципиально. Давайте теперь это дело сохраним, экспортируем на рабочий стол. Куб 3D пусть называется, она нам на постоянку не нужна будет, потом можно удалить. И теперь давайте откроем наш проект. Вот наш проект. И добавим сюда вот эту вот стрелку из куба. Для этого мы сделаем дубляж серпа и молота. Можно любую другую деталь делать. Вот появилась. И на это место импортируем наш куб. Вот он появился. Давайте теперь отключим ненужные нам саптулы. Откроем вот эту часть и откроем звезду. Вот это нам понадобится для работы. И вот эти кнопки Move и ротация. Вот давайте теперь с помощью Move это дело уменьшим. Вот так это все получается. И теперь с помощью ротации давайте его сделаем тоньше. Вот так мы подготавливаем. Вот. Вот это будет наш луч. Сейчас мы его, может быть, тут еще уменьшить. Так. Вот такой луч у нас получится. Давайте теперь его установим. Звезду поставим, как нам удобно. И приблизим. Как это дело будет выглядеть? Жмем ротацию. Вот так выравниваем его. И с помощью Move передвигаем. И устанавливаем сюда вот на это место.
Вот так она будет выглядеть. Теперь давайте ее приблизим, установим. И немножко еще подкорректируем, уменьшим толщину. Вот где-то так. Все, вот она у нас готова. Главное теперь первую правильно установить, отрегулировать ее, и потом пойдет как по маслу. Вот, здесь соприкоснулась, вверх немножко у нас вот так. И давайте чуть ее вытянем. Главное, чтобы тут она не торчала и не вылазила из других частей звезды. Вот, что-то в этом духе. Работа будет долгая. Приготовьтесь. Вот, чтобы тут она не вылазила. Все, теперь что мы делаем? Ставим чуть боком, чтобы нам удобно было накладки делать. Здесь их где-то 6-7 штук помещается. В зависимости, какая толщина будет, не принципиально, сколько лучей будет. Больше, меньше. Главное, чтобы вид у них был. И вот теперь, включив MOV, нажимаем Ctrl и вот так вот дублируем. Уменьшаем размер, чуть ее уводим в бок. Вот так. Опять ставим MOV, наводим на нее и чуть-чуть уменьшаем в размерах, корректируя ее здесь, вот на этом месте. Вот так это пусть будет. И так продолжаем делать дальше. Пока не заполним всю эту часть и пойдем дальше, 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 каждую вот эту вот делать. Вот сзади, видите, не вылазят. Это хорошо. Вот это ушла уже дальше. Следите за вот этой гранью внутреннего круга, чтобы более-менее получалось, ну, так хотя бы симпатично. Или и вот сюда вот добавим еще мелкую. Так. Вот такое дело у нас получается. И идете дальше. Теперь что нужно сделать? Вот эту первую, ну, последнюю берете. Можно, конечно, переключиться между ними. Но я беру вот эту первую и отвожу ее сюда, ставлю. И начинаю теперь с этой части вот так вот работать. Вот отсюда теперь иду к вершине. И потихоньку их кверху вытягиваю. Вот так это все получается. Так. Опять же проверяем сзади, чтобы они не вылазили, и смотрим вот эту вот часть, как она устанавливается. Если она вдруг западает вот так вот, то ее можно немножко ротации подтянуть, подкорректировать. Вот так. Все, я думаю, принцип понятен. Не буду продолжать ее делать дальше. Давайте просто посмотрим, как выглядят потом эти саптулы. Вот где-то так. Я просто
тут кое-где сбился, но это для меня это не принципиально, потому что что мы сделаем дальше? Это вот внешний вид у них вот так получается. Но когда забрасываешь скульптрис, то у них нормальные грани, они потом другой вид у них получается. Так, все, я думаю, с этим понятно, как делать. Можно, конечно, сделать, если вы хотите полностью копию сделать звезды, ну, тут придется, конечно, и вовнутрь их вводить, вот аж до сюда вытягивать. Я не стал этого делать. Меня устраивает такая звезда. А если вам нужно, то начинайте вот отсюда, центральную выставляете, и от центральной пошли аж вот сюда вытягивать. Может, допотопный способ, ну, посмотрим, что получится. Вот мы подготовили нашу звезду, полностью установили, как нам надо, выровняли ее полностью, посмотрим по сетке. Это вот у нас вот все по сетке. Она стоит хорошо. Давайте теперь произведем объединение всех саптулов и сделаем единую бляху. Просто это нам уже не надо будет. Давайте отключим флур. Так, вот с перспективой. Вот так вот звезда выглядит. Сама звезда не меняется, а бляха принимает изгиб. Теперь что мы делаем? Включены все саптулы. И теперь мы делаем Remesh All. Ставим побольше тут, уменьшаем полиш, выключаем полигруппы, отключаем симметрию по X, по Y нам это не надо. Если только не сделать звезду такую, как по симметрии, тогда не будет герба. Герб потом можно будет вставлять, если вдруг у вас так получилось, или откатить назад. Давайте жмем Remesh All. Вот такой вид у нас получается. Все саптулы объединились. Почему такое? Это получается, он продублировал Remesh и сделал вроде как, ну, кожух. Поверх модели он сделал еще модель, и вот такой вид у него получился. Вот давайте теперь, как сделать дальше с этой моделью работать. На главное, когда мы делали объединение, у нас стояла задняя бляха. Вот теперь что мы делаем? Вот появилась у нас вот эта вот форма. Вот она. Теперь мы нажимаем на нее. И теперь что мы делаем? Нажимаем Project All. Все тут вот выставлено. Чуть вот здесь District можно прибавить. Blur без разницы. Можно его вообще убрать, он походу тут роли не играет никакой, или я не знаю что-то. Ну, жмем Project All. Вот у нас пошел. Все это занимает определенное время. Но зато потом будет готовый результат. Моделирование не любит. Вот, все появилось. Вы видели, что изменилась у нас внешняя форма. Давайте теперь отключим все саптулы, которые мы объединили.
чистенькое, объединенное, все хорошочко. Теперь можно по ней работать. Можно добавлять ей альфы. Вот. Вот таким движением. Вот 20 звезд. Вот так вот. Кстати, звезду можно и в таком плане сделать с помощью альфы. Давайте теперь все это отменим. Вот такая у нас звездочка, бляха. Давайте посмотрим полигоны. 2 миллиона полигонов. Конечно, надо уменьшить полигоны. В прошлых видео я уже показывал, как. Так что делайте, смотрите, уменьшайте. И работайте уже с этой моделью. Можете в Blender, можете в Sculptor с Alpha 6, в 3D Max, без разницы. Она принимается всеми программами. Все, всем пока, всем до свидания.